Так как у меня малышка лежит в круге, у меня достаточно места внутри. И я сейчас аккуратно буду подтягивать эту ткань под ножки. Почему я не использую толстые шарфы? Толстый шарф и вообще много тканей физически нам сложно будет туда запихать. А я люблю мало тканей, я не хочу, чтобы у меня было много-много намотано. Иногда я делаю разворот, если у меня шарф, но лучше стараться вам, как начинающим фотографам, лучше использовать тонкие обмотки. Потом вы научитесь использовать широкие шарфы, вы научитесь их подгибать красиво, делать все это с оборочками. Но лучше всего начать с обычной вот обмоточки. Все, видите, я держу той рукой. Всем видно? То есть у меня левая рука сейчас все делает. Пока я удерживаю левой рукой, я начинаю просовывать по ножкам вперед. Почему я держу руку? Если она начнет просыпаться, я быстро ее подкачаю. А если бы я сейчас положила, начала просовывать, она мне руку вытащила, да, начала запихивать. А так у меня идет полный контроль вот этой части. Я держу ручку и держу голову. Как держать голову? Голову держим только за височные части. То есть не трогаем родничок, не трогаем мягкую часть головки, только вот височно-лобную часть. Все. Здесь по желанию. Хотите, чтобы ткани чуть больше было, хотите чуть меньше. Ваше, ну как бы, предпочтение. И я натягиваю, видите? Если бы я здесь сейчас натяжение бы, ну, хорошо не подпихнула, у меня мог бы выскочить отсюда, мне нужно было опять бы туда подсовывать. В этой позировке они очень хорошо спят, они зафиксированы, им тепло. И все. А хвостик сзади у нас уходит за малышку. Здесь тоже по вашему желанию. Вы можете оставить хвостик, вы можете его убрать. Видите, у нас сзади же подушка, кольцо, это много места, и я прям туда его под нее подсовываю. Во-первых, это дополнительная поддержка малышки, чтобы мне назад не перевернулась. И можете сюда завернуть, можете чуть побольше завернуть. Видите, то есть я сейчас натянула, я сделала больше разворот. Здесь тоже по вашему желанию. Можете здесь, можете там, можете оставить хвостик. Все. Сейчас я чуть-чуть голову подниму. Голову часто я поднимаю. Бинбэк у нас проваливается. У нас же эти мягкие штучки внутри. Я иногда, видите, знаешь, делаю. Я не хочу трогать лишний раз малыша. Я подложу какую-то ткань, которую я не использую. Под бинбэк, видите, и подняла голову. То есть она мне не смоет, она смоет уже вверх, и у меня красивое ровное освещение. Все. Еще есть особенности, как ложатся малыши. Она начала чуть просыпаться, и мне, видите, попка чуть-чуть вышла вперед. Я знаю, что в фотошопе я ее потом заровняю вот здесь. Ну, ликвофайм чуть-чуть вот эту часть уберу, потому что она начала просыпаться, чуть ее развернула бочком. Я не буду перекладывать и стараться сделать идеально. Я знаю, что вот этот нюанс я смогу спокойно фотошоп подправить. Но я слежу, чтобы у меня ткань здесь была вся ровненькая, потому что я не хочу, если будут складки, это будет очень сложно убрать. Все, вот она идеально у нас лежит. Здесь те же самые параметры, то же самое кадрирование, точно та же точка съемки. Давайте еще раз я покажу точку съемки. Опять я смотрю. У меня пальчики, глазки, носик. Вот она. Сейчас я чуть-чуть еще головку ей подниму. Здесь вот. Бодики. Сейчас мы бодик туда подложим. Демченко. Она вообще как резиновая, очень клевая. Я аккуратненько, чуть-чуть, видите, ей подняла головку. Смотрите. Вот. Здесь заваливать ничего не надо. Я сделала уже, видите, она у меня уже лежит под наклоном.
мы снимаем вот так, и у нас динамика в кадре остается. Видите? Вот он наш кадр. Стараемся кадрировать примерно вот здесь. Вот он наш будет кадр. И вот наш угол, про который я говорила. Помните, я вам в самом начале показывала? Вот он наш угол, 45 градусов. Помните, я вам показывала в самом начале? Вот он. Все. Сейчас я скажу все настройки. Так. Итак, смотрим. 2,2. ISO 640. 1,08.